Ром, слушай, вот совсем недавно заходила на наш сайт в Фейсбуке и сделала очень хороший вывод для себя, что на ваше предложение отзывается очень много музыкантов и творческих людей. Честно говоря, я даже не предполагала, что у нас в Николаеве такое разнообразие активных творческих личностей. Я так розумію, ти маєш на увазі нашу пропозицію про конкурс, що ми об'явили. Да. Слухай, дійсно, до речі, я був приголомшений тим, що у нас в Миколаєві так багато співаків, гуртів, які готові. І мало того, які мають реально класні матеріали вже показати людям. Тому насправді ми нічого такого особливого не робимо, коли показуємо їхні кліпи. Так, ми просто-напросто даємо можливість молодим якось себе проявити. Тож, я думаю, ти вже чекаєш і думаєш, про кого будеш. Наступні 100 секунд. А наступні 100 секунд, яка знімала знову наша Аня Бенедішина про гурт My Way. Здравствуйте, меня зовут Евгений, я являюсь лидером группы My Way и гитаристом же. Основалась она моим началом, это был 2011 год. Ну, мы собрались тогда как кавер-бенд, мы играли тогда инди-музыку, переигрывали группу Arctic Monkeys, и распались. Сейчас музыкантов все-таки собралась и решила основать группу My Way, и мне было интересно поработать с женским вокалом. Матвиенко Анастасия, вокалистка группы My Way. Я поступила в колледж культуры на Академхор, и одна из девушек 4-го курса была вокалисткой My Way. Мы сдавали им партии, приходилось им петь. Ну, она меня услышала и позвала в группу, когда ушла сама. Учиться. Нужно развиваться, нужно петь, ну, играть. Нужно много опыта и, конечно, желания. Привет, меня зовут Павел, я барабанщик в группе My Way. На первом курсе института я познакомился с несколькими ребятами, единомышленниками, так сказать, и мы решили создать группу. Вот, и изначально я должен был играть на басу. Собственно, в группу My Way я тоже попал из другого проекта. Я тут вообще изначально был как сессионный такой ударник. Музыкального образования нет. Нет, ничего нет. Я пела в ванне с 4 лет. Да, у меня есть 3 класса по академфлейте. Меня зовут Дима. Я бас-гитарист группы My Way. Это самое-самое-самое. То, что нравится мне лично по вкусу. Во-первых, надо играть музыку, которая тебе в первую очередь нравится, не которая нравится там кому-то там. Ну да, школьные годы, я купил себе гитару. Ну как обычно происходит, понравилась музыка, захотелось сделать то же самое. В общем, слушайте, наслаждайтесь.